Здравствуйте, меня зовут Заманбек Тлиулиев. Являюсь координатором штаба Координационного совета оппозиции Казахстана. Сегодня, 8 мая, я пришел в мэрию Вильнюса и подал уведомление на проведение акции протеста на 17 мая в 12 часов дня в Вильнюсе. 17 мая – день рождения Токаева, а Токаев – табуретка Путина. В связи с этим Координационный совет оппозиции Казахстана на 17 мая 2024 года с 12 до 14 часов объявляет за рубежом акцию протеста. Протест будет проведен в виде мирной демонстрации и шествий. Протест против действий нелегитимного президента Токаева по помощи России в войне против Украины, а также неспособности улучшить политическую и социально-экономическую ситуацию в Казахстане. Демонстрация начнется в 12 часов дня на площади Винцеса Кудирки в Вильнюсе. На акцию протеста за рубежом мы призываем находящихся за границей граждан Казахстана, в особенности граждан Украины, а также России и Белоруссии, всех, кто против диктаторов Путина и его вассалов, марионеток Лукашенко и Токаева, прийти 17 мая к посольствам Казахстана в странах вашего проживания с плакатами «Токаев – табуретка Путина» «Жаңа шал кет», либо принести с собой табуретку с табличкой «Токаев – табуретка Путина». Цель акции – показать мировому сообществу, что Токаев – кукла Путина, который помогает Путину бомбить украинские города, уничтожать украинцев и финансирует эту бесчеловечную войну. Также призываем всех, кто хочет организовать такую акцию в странах вашего проживания, написать координатору штаба мне, Заманбеку Тлиулиеву, в Телеграме. Благодарю за внимание и призываем вас участвовать на этой акции протеста. Пусть старые диктаторы России, Беларуси и Казахстана идут за русским кораблем.